думаю, что информационная война только начинается. Мы сейчас видим очень сильный всплеск, и не только информационный, я думаю, что будут какие-то акции. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин переиграл Обаму в Организации Объединенных Наций, это увидели все. И Обама сам дал согласие на участие России в операции в Сирии, а сейчас похватился, пытается что-то назад, потому что там нашлись советники или те, кто реально правит Америкой, кто ему это объяснил, что это такая очень опрометчивое было согласие. К тому же мы видим, стали ощущать то, что европейцы уже по-другому смотрят на Украину и на позицию в Сирии. Европейцы все больше ощущают негативные последствия вовлеченности в американские гегемонистские планы. Они это ощущают и по Ближнему Востоку, когда хлынул поток беженцев. Можно сколько угодно кричать в прессе про то, что Путин во всем виноват, но это уже начинает сильно злить самих европейцев. Нельзя все проблемы Европы и всего мира объяснять Путиным. А уже дошло до этого. И у Путина все больше сторонников во всем мире. Во всем мире, в том числе в европейских странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Мне рассказывали англичане о том, что канал Russia Today, конечно, он не очень массовый, но он становится влиятельным средством массовой информации из-за того, что англичане, ну я просто англичан, но я думаю, во всех странах, где он присутствует, находят в нем альтернативную точку зрения. Понимаете? Хотя канал, конечно, достаточно пропагандистский, он высказывает государственную российскую точку зрения на происходящее. Но люди должны знать нашу точку зрения, официальную хотя бы. Хотя у нас есть множество точек зрения внутри страны, у нас достаточно демократичная страна. И поэтому информационная война, я думаю, что идет. Она очень сильно была заметна по Украине, с обеих сторон. По Сирии, я думаю, мы только в зачатке находимся. Я думаю, что в ближайшие дни начнется массированная атака против России, информационная сначала, и я не исключаю больших провокаций, прежде всего на Кавказе.